Совсем скоро на сцене Щебетовского дома культуры вновь будут выступать местные артисты. Строители вносят последние штрихи перед сдачей объекта. С обновлением дома культуры у творческих коллективов появится возможность разнообразить репертуар и порадовать зрителя. Дмитрий Гончарук за время ремонта уже составил план мероприятий. Это такая точка притяжения всего поселка, и сама площадь, и здание, где будут проходить различные клубные формирования такого направления, как хореография, театральные, рукоделие. Все жители ждут открытия, хотят увидеть вновь построенный, отремонтированный, вернее, Дом культуры. Здание 1981 года постройки давно обветшало, требовало полной перезагрузки. В год здесь проходит около 100 мероприятий. Их посещают в целом более 16 тысяч человек. Новый актовый зал рассчитан на 500 зрителей, для которых будут выступать 15 коллективов. И их число растет. Наряду с внутренним убранством изменился и внешний облик храма культуры. Главный вход в Дом культуры будет украшать этот фонтан. Прежний демонтировали, он не прошел испытания временем. Строители ведут подготовительные работы к отделке фонтана. Совсем скоро он снова станет одним из главных украшений не только Дома культуры, но и всего поселка. Работы, по словам подрядчика, на финишной прямой. Здесь заменили крышу и систему отопления, построили модульную котельную, благоустраивают и прилегающую территорию. Реконструкция достаточно была сложная, потому что здание старое. Все-таки изношенность инженерных сетей была очень высокая, поэтому приходилось практически полностью перебирать, оголяли полностью все здание. И все делали, можно сказать, по-новому. Ремонт Дома культуры стартовал в начале года. Капитальное обновление проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2025 года. Сумма контракта была 104 миллиона рублей. Подобных работ в настоящее время в муниципальном образовании не ведется. Разработан ряд проектной документации на ряд, опять же, домов культуры и муниципального образования. Все они прошли экспертизу и направлены в профильное министерство, Министерство культуры для поиска и включения в программу, поиска финансирования. Для дальнейшего включения в программу. На этой площади в преддверии праздников установят елку. По плану 2022 Щебетовка встретит с обновленным Домом культуры. Даут Чахалов и Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».